Ерке Есмахан воплотила мечту маленькой певицы. Исполнительница записала дуэт и клип на песню «Кызармана» с Тамирис Ерболатқызы. Девочка давно мечтала спеть с любимой артисткой. О своем желании она часто говорила родителям и преподавателям. Идея этой песни и вообще дуэта пришла нашим авторам Кайнару Алагозову и Куралу Молжанову. Они давно работают и со мной, и с Тамирис, поэтому я не сомневалась, что получится что-то очень интересное. А Тамирис, оказывается, давно еще говорила, что хочет со мной спеть в дуэте, вот и наступил подходящий момент. И песня красивая. Взрослая и маленькая певицы прогулялись по курортной местности Алматы. Для съемок клипа им понадобился всего один день. В клипе нет никакой сюжетной линии, мы просто показали наши горы, нашу природу, всю красоту города. А песня сама о мечте, о желаниях маленькой девочки. Я хочу стать как она, выступать как она, чтобы как бы цветы получать, чтобы хлопали мне, ну, чтобы знаменита была я. Там было, конечно, холодно, но мы бегали, кружили, смеялись так сильно. И из-за этого мне не было так прям сильно холодно. Я вот давно хотела дуэт записать, и вот моя мечта сбылась. Стоит отметить, что с Еркей Есмахан девочка впервые познакомилась на свадьбе, где обе выступали. В будущем начинающая певица хотела бы так же, как и ее кумир, стать подопечной Баян Максатқызы. А совместную работу Еркей и Тамирис готовятся представить уже совсем скоро.